Как-то летом я решил провести часть отпуска в деревне у родственников. Мне не хотелось тратиться на Турции и Египты, поэтому я решил отдохнуть по-простому. В деревне мне все нравилось. Море зелени, речка под боком, свежий воздух и другие нехитрые радости. В субботу у моего троюродного брата Вани, местного ветеринара, был выходной, и он предложил мне пойти в лес за ягодами. Как и большинство деревенских жителей, Ваня увлекался самогоноварением и решил попробовать рецепт настойки на землянике. Покупать ягоды для него было неприемлемо, так как он любил участвовать в процессе от начала до конца. В конце концов, зачем же тогда ходит на рыбалку, если рыбу можно купить в магазине? Была отличная солнечная погода, заняться было особо нечем, и поэтому я с радостью принял предложение. Идти нам предстояло далеко за реку, потому что, по словам Вани, на близлежащих полянах всю ягоду уже собрали. Шли мы около часа двух. Можно было, конечно, доехать на электричке, но она ездила достаточно редко. Наконец, мы дошли до небольшой рощи, где в основном росли елки. Земляники там было действительно много, только успевай собирать. Где-то с час мы бродили по перелеску, дойдя до его края. Дальше деревья кончались, и начинался покос. Небольшой луг, где косили траву и заготавливали сено. А это было глухое и безлюдное место с краев, окруженное редкими деревьями. Сбоку проходила проселочная дорога, но, как сказал Ваня, по ней сейчас никто не ездил, так как небольшой мост, к которому она вела, был разрушен. Предполагалось, что мы перейдем по кос, потом по проселочной дороге дойдем до электрички и уже на ней вернемся домой. Мы решили отдохнуть от собирания ягод и немного перекусить. Покос был залит палящим солнцем, поэтому мы расположились в тенечке между редкими невысокими елками. Весь лук был виден как на ладони. Внезапно вдалеке послышались какие-то звуки. Это походило на гул мотора подъезжающей машины. Выглянув из-за елок, мы действительно увидели, как по направлению к нам кто-то едет. Переваливаясь на ухабах и поднимая пыль, к покосу подъехала и остановилась грузовая газель. Мы не стали высовываться из-за и наблюдали за происходящим сквозь ветки. Из газели вышли двое мужчин в спортивных костюмах, лет 35-40. Обычного вида и ничем не примечательное. Запомнилось то, что один из них был лысый, а другой рыжий. Они осматривались по сторонам и о чем-то говорили, но речь нельзя было разобрать из-за удаленности. Потом они открыли заднюю дверь и стали что-то вытаскивать из газели. По виду это напоминало красный продолговатый ящик, который они аккуратно поставили на землю. Затем Лысый снова залез в газель и вытащил непонятные палки и топорик. Сев на красный ящик к нам спиной, он начал возиться с палками и топором, словно заготавливая дрова для костра. Другой же мужик оживленно ходил, названивал по телефону и смеялся. Вообще, все выглядело как-то непонятно и странно. Мы решили пока не выходить и посмотреть, что это они затевают с заветками нас точно не было видно. Где-то минут через пять вдалеке снова послышался звук едущей машины, и действительно из-за деревьев показался подъезжающий автомобиль — Land Cruiser. При виде его эти двое мужиков оживились и замахали руками. Наконец Крузак подъехал и остановился. Захлопали двери. Из задних сидений вылезли двое парней, подкачанных здоровяков лет 25. С переднего места вышел водитель, худощавый, но тоже крепкий. Он был постарше, примерно лет 40, и запомнилось то, что он был усатый. Одеты они все были одинаково. Черные рубашки, джинсы, черные туфли. Типы в спортивных костюмах к ним подошли и стали здороваться за руку. Они о чем-то разговаривали, но нам не было слышно о чем. Тут один из здоровяков снова открыл двери, залез по пояс в салон и стал там энергично возиться. Внезапно из салона показалась голова какого-то человека. Через несколько секунд возни парень с руганью вытащил из машины упирающегося старичка. Старичок, судя по всему, явно не хотел выходить и всячески сопротивлялся. Наконец, парень с красным лицом выволок его наружу, крепко взял за одежду и рывком подтащил к усатому. Дело принимало серьезный оборот, и мы заволновались. Было непонятно, что здесь происходит. Мы невольно становились свидетелями чего-то противозаконного. Старикану было лет за 70, он был в обычной деревенской одежде, хлипкого телосложения, с седыми волосами и морщинистым лицом. Усатый неприязненно смотрел на него и, судя по всему, о чем-то строго и сурово спрашивал, сложив руки на груди. Дед взволнованно и горячо оправдывался. В какой-то момент старичок предпринял попытку бегства. Вихляясь и спотыкаясь, он побежал в сторону деревьев, но далеко уйти ему не удалось. Один из парней живо догнал его, сбил с ног и, взяв за шиворот, притащил на обратное место. Старику отвесили пару оплевух и заломали руки за спиной. Усатый презрительно качал головой и что-то цедил сквозь зубы. Затем Усатый подошел к Лысому, все так же сидевшему на продолговатом ящике. Лысый показал ему какой-то крест, составленный из двух палок, перевязанных, видимо, веревкой. Нижний конец вертикальной палки был заострен топором. Усатый потрогал острый конец рукой, одобрительно кивая головой и что-то говоря. Увидев крест, старичок начал горланить, мол, помогите. Это слышалось явно и отчетливо. Усатый, положив крест на землю, достал из кармана какую-то тряпку, подошел к старику сзади и грубо завязал ему рот. Крики стали слышны меньше, но старик не прекращал кричать и начал брыкаться. Один из дровейков подсечкой повалил его, уткнув носом в землю. Усатый достал из крузака моток веревки, и они стали завязывать старику руки за спиной и ноги. Потом лысый открыл крышку красного продолговатого ящика. На крышке был изображен какой-то символ. И приглядевшись, я увидел, что это крест. И тут до меня дошло, что этот ящик – не что иное, как гроб. В крышке гроба было еще какое-то непонятное отверстие на уровне груди. Старичок тем временем дрыгался всем телом, паниковал и кричал сквозь тряпку. Парни и усатый подхватили извивающегося старика за руки и за ноги, подняли и потащили к гробу. Кинув его туда, они захлопнули крышку на какие-то металлические защелки и некоторое время переводили дыхание. Я, как завороженный, наблюдал за всем этим и не замечал, как пот градом льется по лицу. Ваня глядел на меня растерянными глазами и прижимал палец к губам, давая знак молчать. Бледные и взволнованные, мы смотрели дальше. После всего этого, Усатый взял у Лысого деревянный крест и стал что-то делать с ним. Казалось, что он цепляет на него какие-то бумажные наклейки, принесенные из машины. Затем он подошел к гробу и сел на него сверху, расположив крест заостренным концом возле отверстия в крышке, из гроба доносились приглушенные крики старикана. Какое-то время усатый сидел с закрытыми глазами, и, судя по движению губ, что-то нашептывал. Наконец, он с силы размахнулся и вогнал крест в отверстие. Раздался гулкий стук и протяжный стон старичка. Звуки из гроба больше не доносились. Посидев неподвижно еще несколько секунд, Усатый поднялся и подошел к остальной компании, собравшейся у крузака. Он что-то говорил им, похлопывая здоровяков по плечу. Лысый достал пачку сигарет, раздал другим, и они все закурили, кроме усатого. Он достал из салона бутылку минералки и стал жадно пить из горла. Закрыв бутылку, он кинул ее в машину, и, прислонившись к багажнику, задумчиво смотрел на гроб, в котором по-прежнему торчал крест. Тут мне послышалось, что из гроба доносятся какие-то звуки, напоминающие ритмичное постукивание. Звуки явно усиливались и становились отчетливее. Усатый что-то отрывисто скомандовал остальным, и они сразу же бросили недокуренные сигареты. Между тем, стук изнутри гроба становился все сильнее. Он переходил в мощные удары, как будто изнутри в деревянную крышку лупили молотком. Гроб начал подскакивать, была видна взлетающая пыль и лязгали металлические защелки. Вся компания тут же подбежала к гробу и навалилась на него с разных сторон. Усатый же схватился за крест и пытался его удержать. Страшные звуки напоминали удары тарана по деревянным воротам. Теперь к стукам стали добавляться какие-то рычания, скрежет и вой. Звучало это просто кошмарно и напоминало стаю диких зверей. Как будто изнутри нечто скреблось огромными когтями. Из-под крышки пошел дымок, напоминающий вязкий туман. Гроб просто шатало из стороны в сторону. Мужики с искаженными лицами удерживали гроб изо всех сил. Вид у всех был перепуганный и взволнованный. У усатого из носа потекла кровь. Эта вакханалия длилась минут пять. Все это время мы сидели под елками с круглыми от ужаса глазами. Мое сердце бешено стучало, а пот лился ручьем. Постепенно удары по гробу стали реже, а потом и прекратились вовсе. Безумные крики за крышкой слились в один вопль, который словно зашелся в агонии и прекратился в предсмертном хрипе. Наконец, все затихло, а гроб перестал двигаться. Мужики поднимались, тяжело дыша и вытирая пот с лица. Усатого под руки подвели к крузаку и помогли сполоснуть лицо от крови. Некоторое время они ходили возле машины, вяло перебрасываясь фразами. Потом, судя по всему, собрались уезжать. Усатый подошел к гробу и выдернул из отверстия крест. Конец палки был испачкан чем-то черным, грязным и дымящимся. Но это не походило на кровь. Дальше гроб затащили в газель, туда же закинули крест. После чего все расселись по своим машинам и уехали, оставляя за собой облака пыли. Мы, ошалевшие и шокированные всем этим, лежали под елками еще полчаса, приходя в себя и собираясь с мыслями. Все то, что мы увидели, поразило до глубины души. Потом, обсуждая увиденное, мы решили, что все это как-то связано с нечистой силой и колдовством мы быстро пошли прочь от этого странного места. По проселочной дороге мы дошли до электрички и благополучно доехали до дома. Говорить об этом происшествии у нас не было никакого желания. Наоборот, нам хотелось забыть этот кошмар. Ребятки, если вам понравилась страшилка, то поставьте пожалуйста лайк. Я надеюсь вам будет не сложно, а мне приятно. Спасибо.